Доброе время суток, дамы и господа. Продолжаем с вами собирать криптовалюту и надеяться, что в ближайшее время она выстрелит и мы заработаем немало денежных средств. Итак, сегодня мы получаем 500 токенов от проекта PAM. Кому будет интересно и кто захочет вложиться материально, может зайти на сайте к ним, посмотреть видео, посмотреть, изучить их, соответственно, то, что продукт, который они продвигают, ну и вложиться материально. Мы с вами проходим airdrop, получаем бесплатные токены и ждем, пока они залистятся, чтобы продать и получить, соответственно, вознаграждение. Итак, как обычно, мы проходим по ссылочке, которая расположена под моим видео, и попадаем вот на такую страничку. У кого не получится попасть на эту страничку, вам необходим VPN. Ну, VPN он нужен всегда, чтобы пользоваться Телеграмом. Все об этом, наверное, знают. Кто не знает, тот под видео под моим может также увидеть вот такую вот надпись «Бесплатный VPN, смена IP», где вы можете скачать вот бесплатный VPN+, им пользоваться. Можно также установить браузер Opera. Здесь встроенный бесплатный VPN, вот по этой ссылочке есть обучающее видео. А также в Google Chrome можно установить расширение. Также вот это вот обучающее видео. У кого нет VPN, вы сделаете это, потому что он пригодится. Ряд российских сайтов не открывается без VPN. Итак, еще раз, у кого нет, скачайте, либо установите то, что я вам сказал. И попадете вот на такую страничку. Далее, что нам нужно здесь сделать, чтобы получить 500 токенов? Это в эквиваленте $22, но, соответственно, мы ждем повышения криптовалюты, и эта сумма может увеличиться в несколько раз. Итак, первым делом нам нужно вступить в группу этого проекта в Телеграме. Нажимаем, соответственно, и вступаем. Разрешаем. И вступаем. Вступили. Далее возвращаемся обратно. Также вступаем в телеграм-канал этого проекта. По такому же принципу. Вступили. А можно нажать еще вот так вот, чтобы убрать звук, чтобы вам не мешал в дальнейшем. Далее. Вот сюда нужно будет вступить еще в Telegram. Также разрешаем. Ну, я здесь уже вступил. Вы это сделаете. Далее. Нужно будет проследовать в Twitter этого проекта и, соответственно, подписаться на этот проект. Немножко у меня долго грузится. Нажимаем читать. Все, читаем. Возвращаемся обратно. А также вступаем вот сюда, вот в Twitter. Я уже вступил. Ну, вы точно так же вступите. Я уже читаю. Далее. Нам нужно ретвитнуть вот этот вот пост. Что нам нужно для этого сделать? Сделать ретвит этого поста. То есть вот сюда нажимаем. Ну, давайте поставим лайк, на всякий случай. То, что нам нравится. Вот сюда нажимаем. И просто делаем ретвит. Так, все ретвитнули. У нас зеленым горит теперь. Далее. Сделали ретвит. Дальше нам нужно будет проследовать в Facebook и подписаться на Facebook этого проекта. Извиняюсь, сегодня у меня почему-то немножко тормозит компьютер. Не знаю, с чем это связано.
так, чтобы вступить в Facebook, соответственно, нужно нажать просто вот «Нравится». И сразу подписка будет автоматически оформлена. Возвращаемся обратно. И также нам нужно будет вот сюда вступить тоже в Facebook. Я уже подписан. Вот видите, у меня синим уже стоит «Нравится» и «Подписки». У вас, соответственно, вам нужно будет также нажать на «Нравится». Далее. Проследовать в Instagram. Ну, это тоже, по-моему, не обязательно, но на всякий случай мы это сделаем. И вот здесь вот подписаться. Подписались. Далее. И заполнить нам нужно форму AirDrop, которая расположена ниже. В принципе, осталось только следующее. Сюда мы заполняем email. Здесь нам нужно заполнить во второй строчке наш Facebook аккаунт. Ну, ссылочку, соответственно, на него, на наш Facebook, чтобы могли проверить выполнение наших заданий. Сюда имя пользователя Telegram с собачкой мы вставляем. Сюда, соответственно, имя пользователя Twitter. Тоже с собачкой. И сюда свой Ethereum кошелечек. У кого нету Ethereum кошелька, вы можете также под моим видео найти вот кошелек My Ether Wallet. Здесь есть обучающее видео, как его, соответственно, завести, как им пользоваться. Все очень просто. Все очень просто. Поэтому перейдете по ссылочке, посмотрите видео и сделайте себе этот кошелечек. Итак, нам нужно этот кошелечек, вот Ethereum адрес, скопировать и вставить вот сюда. Далее нажимаем везде «Согласен». Проходим капчу. Автомобиль. Подтверждаем. И join airdrop. А все, airdrop пройден. С чем я вас и поздравляю. Вот ваша будет реферальная ссылочка. Здесь также можно приглашать друзей и получать, соответственно, за это еще 100 токенов за каждого друга. А также можно проверить свой баланс. Вот здесь вот, вставив сюда, соответственно, свою электронную почту и нажать на чек My Stats. Проверить мои статы, сколько друзей у вас зарегистрировано. Все. Всего доброго. С правой стороны появится плейлист, в котором я прохожу проект AirDrop и вам рекомендую. А также вы можете найти эти проекты под моим видео по ссылочкам и на моем канале, соответственно. Если перейдете вот сюда. Всего доброго. До новых встреч.